слышишь громы. Это голос Божий, он взывает, пробуди земля. Сила Божья, там, где славят всемогущего царя. Подними победный крик, Бог ведет за нас войну. Льва и удит слышен рык, когда мы поем хвалу. Бог победу одержал, всю хвалу ему воздай. Всемогущий Бог наш, победу, которая никогда не отнимется от нас. Это Он даровал жизнь, и никто не похитит нас из руки Его. Давайте будем восклицать Ему, прославлять Спасителя и Освободителя народов, племен и языков. Аллилуйя! Подними победный крик, Бог ведет за нас войну. Откроем Евангелие от Луки, 23 главу, 34 стих. Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Я назвал эту проповедь «Дорога милости» и назвал ее по причине того, что когда я стал копаться в определениях, что есть милость, а что есть благодать, я увидел, что это два противоположных или как бы, ну, разных понятия. Послушайте меня, пожалуйста, немного. Итак, милость – это когда мы не получаем то, что мы заслужили. Например, ребенок испачкал очередной раз свои штанишки, приходит домой и знает, что папа сказал: «Еще раз придешь грязным, я накажу тебя». И, открывая дверь, он уже понимает, что он будет наказан, но отец этот день проявил к нему еще раз милость. Он не наказал его. Итак, милость – это когда мы не получаем то, что мы заслужили. Что же такое благодать? А благодать – это когда мы получаем то, чего мы не заслужили, чего мы не заработали и что мы не должны получить. Братья и сестры, прежде всего идет милость, потому что Господь взял нас, извлек нас из наших грехов и беззаконий. Мы достойны были участи огненной, мы достойны были быть в аду, гореть, мы достойны были быть наказываемыми Богом и наказываемый по полной программе. Но милость Его была так велика, что Он удержал свой гнев и наказание. Он не наказал нас. А благодать – это когда Он излил на нас то, что мы не заслужили. Он излил прощение, Он излил исцеление, Он излил благословение, Он излил понимание ситуации и премудрость от Бога. Он излил свой мир, свою радость, свой покой, свою благодать и милость.
которая проявилась, она как бы запечатала и утвердила благодать Божию, которая была излита на нас. Почему я говорю об этом? Потому что Иисус рассказал притчу в Евангелии от Матфея, 18 главе. И в этой притче Он рассказывает о царе, который решил однажды сосчитаться со своими рабами. И к нему привели человека, который был огромным должником. Сложно понять, каким образом он мог оказаться в таком положении. Как можно было за одну жизнь, нереально было, заработать такой огромнейший долг. Долг исчислялся триллионами рублей, золотом там и всем прочим. Это невозможно было отдать. И царь взял его и бросил его в темницу, его жену, его детей и рабов его, и сказал: все заплатишь мне. Но он упал к ногам царя, и он умолял его и просил: пожалуйста, 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 прости меня. И царь великодушно отпустил его. Когда он вышел, он нашел другого человека, который был должен ему всего несколько тысяч рублей. И он схватил его и душил его, и он сказал: верни мне. Тот также поступил, также упал к ногам его и просил: потерпи на мне, я тебе отдам. Это не так трудно, дай мне немного времени, я отдам. Он сказал: я не хочу терпеть. Он бросил его в темницу. Но когда узнали об этом другие люди, они пришли и сказали об этом царю. Тогда царь, пригласив этого человека, он спросил у него, он сказал, что ты же знаешь, сколько я простил тебе, ты же знаешь, какую милость я оказал тебе, не должно ли тебе было пожалеть, помиловать товарища твоего, так, как я помиловал тебя. И вот здесь в Новом Завете стоит слово «помиловать», «помиловал тебя». Дважды, это Евангелие от Матфея, 18 глава, 33 стих. Дважды слово «помиловал». И это слово в контексте означает «простить». Итак, милость неразрывно связана с прощением. Поэтому, когда я говорю о том, что Иисус нес свой крест, и Он шел по пути, и Он шел по Виа Долороса, крестный путь – это дорога мучения и страдания, где Его кровь просто текла по Нем, и капли падали на эти камни, и Он шел, и это была дорога милости, дорога прощения. Братья и сестры, я хочу показать вам несколько сфер, в которых Иисусу необходимо было прощать. И когда мы будем двигаться по этим областям, где Иисусу нужно было прощать, я уверен, что здесь, в нашей аудитории, есть люди, которым Дух Божий покажет, что есть те моменты, где вам нужно прощать. Первое из них – это предательство. Вы помните, как это было? В Гефсиманском саду среди ночи, когда Иисус несколько раз обращался к Своим ученикам и просил: пожалуйста, пободрствуйте со Мною хотя бы один час. Но они были все очень уставшие, они спали. И вдруг раздался шум, шла толпа. Это была стража, храмовая охрана. И когда они приблизились к Иисусу, они взяли Его, они схватили Его, и тогда все ученики убежали. У малых пророков есть стих такой, там сказано так: «Я топтал, точила один». Речь идет об Иисусе Христе, Он был один. Его друзья оставили Его, Его мама и папа не были с Ним в Гефсиманском саду. И все люди, которые недавно окружали Его и мечтали, что Он станет царем, никого не было. Он один среди врагов. Братья и сестры, а вы когда-нибудь переживали предательство, мой друг? А ты когда-нибудь болел от того, что самый близкий, родной человек, вдруг оказалось, ты узнал, что не тот, за кого выдавал себя? А ты знаешь, что такое остаться вообще одному? Когда нет рядом ни друзей, ни семьи, никого вообще. Ты один. Ты не понят. Ты когда-нибудь переживал предательство от близких, от друзей? Может быть, от человека, с которым договаривался, так хорошо было все, когда вы общались на берегу, что вы прыгнете и вы будете делать какое-то дело вместе. Партнер твой по бизнесу или еще кто-нибудь другой. А потом вдруг все не так. Жуткая боль, предательство и измены. Иисус пережил это. Он может понять тебя.
Вторая область, о которой я хочу говорить с вами сегодня, это область ложного обвинения. Иисус был обвинен несправедливо. Что это за суд был среди ночи? По закону иудеев, ночью, быстро состряпанный суд, он был совершенно нелегитимным. И знаете, что интересно? Что это за суд? Это ложное обвинение. За что обвинили? Передернули какую-то фразу. Не за что было обвинить Иисуса, он не сделал никакого преступления. А в твоей жизни было когда-нибудь, чтобы тебя несправедливо обвинили? Ты знаешь, что такое, когда ты не делал этого? Ты просто не делал этого. А люди говорят, что ты делал это. В интернете написали, еще где-нибудь. Люди просто-напросто взяли, оклеветали тебя и считают, что в этом есть ключ. Знаете, я недавно, слушая новости, неделю или полторы назад, снова услышал имя одного человека, о котором я когда-то читал. Это имя Нельсон Мандела. Я не знаю, знаете ли вы или нет, что-нибудь об этом. Это очень известная личность. Нельсон Мандела был человеком, который боролся с режимом апартеида. Он родился в 1918 году. Сейчас ему 95 лет. Он все еще жив. Но в те годы, когда он жил, еще был помоложе, страна, в которой он жил, была раздираема просто разными проблемами. Там были отдельно группа чернокожих, отдельно там другого цвета кожи, отдельно белые. И Нельсон попытался каким-то образом примирить и объединить свою страну. В результате он оказался в тюрьме и оказался на 27 лет. Когда я изучал биографию его, я увидел, что 18 лет из 27 он прожил в одиночной камере на острове. 11 февраля 1990 года его выпустили на свободу, и когда он вышел из заточения, он произнес речь. И в этой речи он призвал к миру. Он сказал, у нас будет мирное примирение в нашей нации. Чуть позже его наградили Нобелевской премией, но я хочу сказать, что его фраза облетела весь мир. Он сказал следующее: «Я не могу забыть, но я могу простить». Биографы написали о нем, что единственное, что давало ему силы двигаться вперед и не останавливаться, это была любовь, необыкновенная любовь к людям. Не об этом ли писал Иисус Христос, когда давал ученикам своим заповедь, чтобы они прощали и любили? Я заметил, что люди, которые не в состоянии простить, простить это означает отпустить, когда ты держишь. А тебе надо разжать, тебе надо отпустить, тебе надо внутри как-то высвободить это прощение, благословить, отпустить. Я заметил, что люди, которые не в состоянии простить, они как бы сами в тюрьме, в заточении. Они как будто бы какие-то стены строят вокруг себя. И они в своем мире, в своем мирке. Они часто разговаривают с этим человеком, который обидел их, причинил им боль. Они как-то вот вокруг всего этого, вся жизнь связана, переплетена именно событиями, которые ранили и разрушили этого человека. Знаете, следующая мысль, которую я хочу сказать, третья область, которую Иисусу нужно было прощать. Ему нужно было прощать издевательства людей. В Евангелии от Луки, в 23 главе, в 16 стихе, там написано о том, что Пилат сказал: «Я, наказав его, отпущу». И мы знаем, что они его не отпустили. Мы знаем, что они сорвали с него одежду. Он был весь избит. А воины стояли и говорили: «Скажи, кто тебя ударил? Прореки, как меня зовут? Кто тебя ударил?» И после этого его привели на место. И там был столб. И привязали его руки к столбу. И римские исполнители закона, они ударили по его спине 40 раз. После этого у него вся спина была просто открытая, изорванное мясо.
И потом взвалили крест на него. Но в Библии написано, что когда 35 стих 23 главы Луки, здесь сказано так, что они насмехались вместе, и начальники с ними были. И они говорили: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Если он царь, давайте посмотрим, как он спасет себя. Итак, дорогие мои, издевательство. Иисус перенес физическое издевательство над собой. Иисус перенес эмоциональное издевательство. Иисус перенес словесное обвинение и издевательство над собой. Я не знаю, оскорбляли ли вас когда-нибудь, но даже если вы тоже что-то переживали, я уверен, что это далеко до того, что пережил Иисус. Я знаю, что слова могут очень сильно сломать человека, оскорбить человека. Словами можно просто убить человека. Но знаете, то, что перенес Иисус, никто из нас не перенес ничего подобного. Я хочу дать вам несколько мыслей о том, каким образом мы можем проявлять милость и прощать. Первая мысль – Иисус избрал простить. Дорогие мои, прощение – это не эмоциональная часть. Прощение неразрывно связано с тем, чтобы отпустить. Можете ли вы представить себе судью, который произносит решение суда, и в зале за решеткой находится человек? И когда судья зачитывает решение свое, то все слышат, что он говорит: невиновен, отпустить его. В этот момент судья просто зачитывает то решение, которое было принято. И все, без каких-либо эмоций. Подходят охранники, открывают вот эту камеру временную, да, и снимают наручники и выводят этого человека. Итак, что такое прощение? Прощение – это волевое решение. И здесь я снова хотел бы привести вам в пример женщину по имени Кори Тен Бум. Знаете, это женщина из Голландии, значит, из Нидерландов. И в дни Великой Отечественной войны она была схвачена и вместе с сестрой своей и отцом своим отправлена в один из концлагерей. Она потеряла свою сестру, которая умирала медленно и мучительно. Она позже узнала, что ее отец тоже умер в концлагере. Чудеснейшим образом она была освобождена. И позже, после окончания войны, она, будучи христианкой, ездила по разным странам и городам и говорила людям о силе прощения. И вот однажды она приехала в Германию, она была несколько раз в Германии после войны, это был 47-й год, и она служила в одной из церквей Мюнхена. Она говорит, что обычно, когда я начинала тему о прощении, очень многие немцы поднимались, брали свою одежду и уходили из церкви. Они не могли слышать о прощении. Итак, она проповедует в немецкой церкви, Кори Тен Бум. И после проповеди подходит к ней мужчина в сером пальто с коричневой шляпой в руках. Он улыбался и вежливо кланялся. Кори внимательно смотрела на него, и перед ней моментально промелькнула синяя форма и фуражка с кокардой, а на ней череп и накрест две кости. Она сразу же узнала в нем бывшего надзирателя, одного из наиболее жестоких карателей и конвоиров в концлагере, офицера СС. Вот что она говорит: он стоял против меня с протянутой рукой, и я слышала его голос. Он сказал: фрейлян, как приятно было слышать, что все наши грехи Бог бросает в пучину морскую и не вспоминает более. Он говорил: а я, которая только что так убежденно говорила о прощении, стояла и смущенно рылась в сумке, не в силах протянуть ему руку.
Вы упомянули о лагере Равенсбрюк в своей речи, продолжал он. Я там был надзирателем. Но с тех пор я стал христианином, и теперь я знаю, что Бог простил мне все те жестокости, которые я совершал. Но все же мне очень хотелось бы услышать слово прощения из ваших уст. Вы можете меня простить? В памяти у Кори опять всплыла медленная, ужасная смерть ее сестры. Мужчина продолжал стоять с протянутой рукой, рассчитывая на прощение. Это длилось всего несколько секунд, но для Кори они показались вечностью. Она продолжает: «Иисус, помоги мне!» Взмолилась я про себя, и я попробую протянуть ему руку, но это все, что я могу сделать с собой. Ты дай мне нежные чувства, ты дай мне любовь. Пересиливая боль и все чувства, которые поднялись в один миг у Кори, она протянула ему свою руку, бывшая арестантка, бывшему лагерному стражу. Я прощаю вас, брат. Прощаю от всего сердца. Позже она напишет: «И я никогда не ощущала Божьей любви так остро, как в тот момент. Но я тогда не понимала, что это была не моя любовь. Это была Божья любовь. Я пробовала любить, но у меня не было на это силы. Я пробовала забыть, но у меня ничего не получалось. Но тут действовала сила Духа Святого и Его любовь». После этого она имела полное право сказать: прощение – это не эмоция, это волевое решение. А воля может функционировать вне зависимости от температуры нашего сердца. И еще, память – это ключ не к прошлому, память – это ключ к будущему. Почему Иисус мог простить? Почему Он шел этой дорогой, и Он говорил: «Отче, прости им». «Отче, прости им». Почему, когда Он висел, Он также говорил: «Отче, прости им». Они не знают, что творят. Потому что Он сохранял в себе, себя в любви и служении людям. Помните, когда Иисус уже перед самой смертью услышал, как один из разбойников, повернувшись к Нему, говорил: «Вспомни обо мне, когда придешь в Царствие Твое». Иисус повернулся и тут же сказал: «Отныне будешь со мною в раю». Помните, что в Библии сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что от него исходят источники жизни, сердце, внутренний мир». Знаете, что угодно люди могут делать с вами и вашей жизни. Но если вы будете сокрыты во Христе, если вы сможете хранить свое сердце, и это не попадет внутрь вас, и сохраняя свое сердце, вы сможете не переводить вот как бы боль этого человека на другого человека, но сохраняя сердце, будете открыты к тому, чтобы послужить. Вы сможете по-настоящему справиться с болью и простить. Иисус сказал: «Отныне будешь со мною в раю». И третий момент. Иисус посвятил себя Богу. В последний момент перед смертью он сказал: «Отче, в руки Твои отдаю дух мой». Вот что я понял, дорогие мои. Я понял, что наша жизнь не принадлежит нам. За многие годы моего пастырства я понял такую вещь, что только в Божьих руках все обстоятельства, которые кажутся нам сегодня ужасными, болезненными, просто очень разрушительными и просто издевательскими, только в Божьих руках. Он способен повернуть это ко благу для меня. Но когда я в этих ситуациях и не вижу, не понимаю этого, для меня это кажется просто вздором, когда кто-то скажет: «Это тебе будет во благо». Как во благо? Ты что? О чем ты говоришь? Какое благо? Разве это можно назвать благом? Но знаете, Иосиф в 50 главе Бытия говорит такие слова. Когда Иаков умер, его братья испугались, что он теперь сведет счеты с ним. И вдруг Иосиф произносит в их уши слова. Он говорит: «Вы замышляли против меня зло, но Бог повернул это во благо, чтобы спасти многих людей».
Возьмите этот текст в жизнь свою. Кто-то замышляет против тебя зло. Кто-то не доверяет тебе. Кто-то предает тебя. Кто-то издевается над тобой. Кто-то ложно обвиняет тебя. Но Бог, Бог способен все это повернуть ко благу. Простить означает благословить, отпустить. Это не означает, что вы должны, примирившись с этим человеком, впустить его снова в свою жизнь и каким-то образом вместе с ним проживать оставшиеся годы. Нет. Простить означает отказаться от своего права на месть. Благословить и передать его в руки Божии. Иисус сказал, когда стоите на молитве, прощайте. Он не сказал, когда попросят у вас, прощайте. Он не сказал, когда придут к вам, прощайте. Он сказал, когда стоите на молитве, тогда прощайте. Независимо от того, что сделает ваш обидчик. Заплатит или не заплатит. Пойдет дальше или не пойдет дальше. Что бы ни случилось, когда ты стоишь перед Богом на молитве, прощай, благословляй. И отпускай. Около 2000 лет тому назад на Голгофском кресте вместе с Иисусом с одной и с другой стороны висели два разбойника. У одного было ожесточенное каменное сердце. Он хулил Иисуса. Другой же, обратившись к нему, попросил, чтобы тот вспомнил его, когда придет царствие свое. Вы помните, дорогие, что Иисус ответил, что отныне будешь со мною в раю. Я хочу перенестись в наши дни сегодня и спросить, а как насчет тебя? Какое твое сердце? Ожесточенное или мягкое? Открылся ли ты перед Богом? Осознаешь ли ты себя грешником? Можешь ли ты попросить Его, чтобы Он пришел в твою жизнь? Если ты сделаешь это прямо сейчас, Он благословит тебя, и будет новое начало в твоей судьбе.